селе Тинагар Лениногорского района прошел памятный митинг. Родные и близкие односельчане и руководство республики во главе с президентом возложили цветы и венки памятнику погибших ребят. Анатолий Бибилов в своем выступлении отметил, каждый из нас обязан помнить подвиг ребят и всех тех, кто противостоял грузинским агрессорам. Мах нема горжестон ию политикой дарна фекустам, ума иронадам на хатар кенут, веразе фередедестам, дунея фестивет, дунея адам, на джахтам, на яве на мита хайме, виса кодеме сапланадис, шаме иристоне, ирон калеба мава, шаме иристоне кестерте, разме машевой, шаме ирон кафт, ирон зард, Иристоне, кемте хехте макоса. Фалеразен дестуэттер, кэбатер гуртте, кэбатер фртте. Кэдон захто и ней. Ирон зарду джин, ирон кафту джин. Не кэстер те режисте, эмэн нэджист амон джин. Дуней фэссивэ деслэу десте, сэрион бэрш. Шэмэй бага кэной, сэкэвте, сэбинонте. Иристоне адамэ. اما ایرستون نخنی و دما همه قروجین قطاق در رادای مکشقوم سرازان کهت اما ایرای گرم بسته نباقه کنه. Грузины никогда не оставляли попыток подчинить остинский народ, занять наши земли и подвергнуть нас ассимиляции. Так было в 1920-м, так было в 90-х, в 2004-м и в 2008-м годах. Глава Лениногорского района Виталий Мамитов отметил, что не только 28 апреля мы должны вспоминать этих ребят, которые, защищая свои дома, были зверски расстреляны. Навод ма, досесте, сакаубесте, саиростуна, сазарда кемар рокту има саутта. Мохан на хасу, самеви сарамеса, ма насвалатан дар, сасом бону дома гескомуна. Самей, рамас мохан на, чию десте в дисан тацхобарте, на остам гескефала, уцеге цасвалата дар резонуй. Ерене дукачила гордесте, зах, сату гесатке. После завершения траурного мероприятия Анатолий Бибилов пообщался с жителями села. Они рассказали президенту о насущных проблемах. В основном жители беспокоят вопросы касаемо здравоохранения. Мой рампун, прошлый день, нездоровый министр. Начал я Дамилдер Рамбергу. У нас еще проблема, то еще просто сейсу. И сегодня же глава государства проверил, как идет строительство спортивного зала. Здесь работы не прекращались ни на день. Спортивный зал сдадут в эксплуатацию в сентябре этого года. Для комфортного занятия спортом созданы все условия. Кроме строительных работ предусмотрено оснащение зала всем необходимым спортивным инвентарем. Агунда Губозова, Александр Кукоев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.